Здравствуйте, вы смотрите программу «Открытый урок». Этот выпуск мы посвятим форуму молодых педагогов, мероприятию, которое собрало 300 учителей из всего Подмосковья и привлекло широкий круг педагогической общественности. А рубрика «Особое мнение» расскажет, что знают дети о Конституции. Педагог года – это конкурс, который раскрывает разные грани личности учителя. Прежде всего, педагоги показывают свое профессиональное мастерство, проводят открытые уроки и каждый год удивляют своим талантом строгое жюри. Сегодня один из показательных и интересных этапов. Мы посмотрим, как учителя и воспитатели справятся с творческим заданием. Кроме того, это заключительный этап второго тура конкурса. В этом году принять участие в нем отважились 13 смельчаков, 8 учителей и 5 воспитателей детских садов. Талантами воспитания, преподавания, представлением видения своей педагогической цели и способами ее достижения они уже поделились. Жюри увидело их в работе. Сегодня же задание иного толка. Если те профессиональные мероприятия конкурса были связаны с профессией, с конкретной такой работой, которая касается воспитателя или учителя, то сегодня конкурсное мероприятие предполагает необычную позицию каждого участника, на что он способен, что он может показать, потому что вот тот финальный концерт или финал, который мы готовим ежегодно, он будет сопряжен с теми возможностями, с теми интересными открытиями, которые сегодня наши участники конкурса покажут на этом мероприятии. Что же за открытие и какие необычные выступления удалось сделать педагогам, выполняя творческое задание? В конце второго тура осталось 10 участников форума учителей и воспитателей. И каждый номер отличался самобытностью. Работники образования прекрасно поняли, что потребуется от них в день финального концерта. Каждый представил свой талант. Танцы, сценки, театрализованные представления – все это зрелищно интересно. Интерпретации сказок, фильмов и школьных будней – это мы увидели на сцене школы номер 17. Ну а главное видно в глазах педагогов и их учеников. То главное, ради чего каждый решил участвовать в конкурсе. Я очень рада тому, что я поучаствовала в этом конкурсе. Это закаляет, развивает силу духа, терпение, и это очень интересно. Это новый опыт работы, новые знания, новые знакомства, и все-все-все новое. Педагог должен всегда идти вперед, развиваться, и поэтому только так. Любимый педагог, он лучше всех понимает, он справедлив и добр. И, конечно, ученики поддерживают учителя, если он решился побороться за звание лучшего. Одиннадцатиклассники из лицея номер 14 всей душой болеют за Наталью Магду, преподавателя химии. Каждый педагог, он должен быть артистичным, понимающим, очень эмоциональным, как наш Наталья Геннадьевна. Всегда может нас понять, поддержать в трудную минуту. Если что-то нужно, всегда тоже поможет, и это очень приятно. Ну, естественно, она высококвалифицированный специалист, который дает нам максимальное количество знаний по своему предмету. Мы любим вас, Наталья Геннадьевна! Я считаю, что каждый учитель должен не останавливаться в своем развитии, а идти дальше. И этот конкурс является очень хорошим педагогическим трамплином для того, чтобы достичь больших высот в карьере педагога. Также посчитала и Наталья Усанова, воспитатель детского сада номер 66 «Яблонька». Ее педагогический опыт насчитывает уже более 12 лет. В финальном этапе конкурса она наглядно доказала, в чем преимущество современного подхода к воспитанию детей. И, конечно, сделала это творчески. У меня так на протяжении всего конкурса немножечко была философская тема, очень глубокая, но сейчас как-то хотелось немножечко развеселить, разрядить обстановку, поэтому сегодняшний номер у нас будет такой вот на позитивной ноте. А если к нам придет Карлсон, нам хватит с тобой машины? Нет. А сколько нам нужно, чтобы хватило? Одну. И будет у нас три.
Сегодня в первую очередь творчество, но, конечно, после прохождения 2 туров конкурса педагоги обменялись опытом, многому научились у своих коллег и, главное, будут использовать это в своей практике. Мне очень понравились кейс-технологии, мне очень понравились дебаты, я это еще никогда не пробовала. То есть у меня дети участвовали, мои вот из класса, а я никогда, обязательно физика и дебаты будут вместе. Ну что ж, основные испытания позади. Теперь осталось время для подведения итогов. Результаты мы узнаем в феврале, когда состоится финальный концерт. Казалось бы, совсем недавно они сами сидели за школьной партой, а теперь наблюдают десятки заинтересованных глаз, устремленных на них. Молодые педагоги пришли в мир образования с массой инновационных идей, и они готовы делиться ими на областном форуме, который начинает работу на территории Щелковского района. Форум станет для них и учебной площадкой, и местом новых знакомств, и, конечно, огромным подспорьем в будущей работе. 300 учителей из образовательных учреждений Подмосковья собрались в современной школе нашего района. Возможно, для кого-то даже ее оснащение станет открытием, но главное здесь инновационные идеи и процесс обмена опытом. Молодых педагогов Подмосковья на торжественном открытии форума приветствовали множество почетных гостей. Добрый день, уважаемые участники и гости форума. От имени губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева и правительства Московской области я имею честь приветствовать всех присутствующих сегодня в этом зале. Нам очень приятно, что форум молодых педагогов стал в Московской области уже хорошей традицией. И что немаловажно, что проходит он в стенах общеобразовательной школы. Я надеюсь, что эти дни, которые вы проведете у нас, они поистине, вы знаете, очень большой вклад такой внесут в копилку вашего зарождающегося педагогического опыта. Для кого-то действительно это самое начало педагогического пути. Кто проработал всего несколько месяцев, кто пару лет. В становлении личности педагога юным учителям во многом помог конкурс «Педагогический дебют». Победителей и призеров из всего Подмосковья набралось немало. В торжественной обстановке они получили свои награды из рук министра образования. В числе награжденных и учитель английского языка из Щелковской школы номер 2 Мария Рой. Достаточно серьезное испытание для молодых преподавателей. Проходил конкурс в Орехово-Зуево, состоял из 3 этапов. Это визитная карточка, открытый урок и публичное выступление. Участвовали участники со всей Московской области, порядка 52 участников. Мне очень понравился уровень. Я, честно, не ожидал, приятно был удивлен. То есть и хорошие, качественные уроки подготовленные, и выступления, то есть выверенные с хорошей речью, с хорошим общением с залом. Общение – это, безусловно, важная составляющая профессии педагога. И в этот раз на форуме молодые специалисты получили уникальный шанс побеседовать с министром образования Подмосковья на любые волнующие их темы. Дискуссия затронула разные вопросы – и строительство новых образовательных учреждений, и пристроек к ним, и систему оценивания знаний учеников, и возрождение института наставничества. В общем, каждый мог поднять любой беспокоящий вопрос, а главное – получить исчерпывающий ответ. Мы сегодня еще раз говорили с ними о том, что по поручению губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева с этого года все молодые специалисты, которые приходят работать после окончания высшего учебного заведения в школу, получают 150 тысяч. 50 тысяч в первый год работы и 100 тысяч во второй год работы. Это немаловажно. Мы говорили о том, что молодой педагог должен иметь доступ, возможности общаться непосредственно со своим руководителем, с директором школы. И директор школы должен видеть и иметь обратную связь с этим молодым педагогом. А вопросы, которые мы с вами услышали на беседе, когда у нас был круглый стол, то они как раз и говорят о том, что им не безразлично все, им не безразлично, как развивается сегодня Московская область, какие есть профессии, какие необходимы для этих профессий знания сегодняшним нашим детям. Ну что ж, форум уже с первых часов принес пользу молодым специалистам. Всего же учителя провели в нашем районе 2 дня. Их ждала насыщенная программа, открытые уроки и мастер-классы, семинарские занятия и общение с более опытными преподавателями. С каким же настроением приехали молодые педагоги? Очень хочется познакомиться с молодыми специалистами, узнать их вообще первое впечатление о работе, какие дети, какие
эмоции испытывают от работы в школе. И, конечно, пообщаться, новые знакомства, новые люди. Каждый год форум проходит, и действительно узнаешь что-то для себя новое. И, конечно, получаешь много очень опыта, применяешь потом в дальнейшей своей работе. Конечно, для педагогов общение в формате постоянной дискуссии, обсуждение различных педагогических приемов и инициатив – это хороший стимул к совершенствованию будущей работы. Но вот чем юные специалисты уже могут поделиться – это, пусть небольшим, но опытом первых уроков, налаживания взаимоотношений с детьми и родителями. Ведь эти первые шаги не только очень важные, но и особенно трудные. Работаю третий месяц. Первый месяц был самый сложный. В первом месяце я уже утверждалась как авторитет, как учитель. Потом у нас плодотворная работа пошла, и я вижу успехи детей, я вижу и успехи свои как учителя. Поначалу было самое страшное, но мне даже кажется, что с самого начала все дети восприняли серьезно как учителя, слушались, выполняли задания и любят меня как учителя. На форум приехали необычные гости. Своих коллег встречали победители престижных конкурсов в сфере образования. Мастер-классы показали победители Всероссийского конкурса «Педагог года 2015 и 2016» Мария Ахапкина и Антон Лагутин. Также опытом поделилась «Педагог года Подмосковья 2016» Нина Данилина. Темы для разговора выбрали не узкоспециальные, ведь учитель – это не просто человек с набором профессиональных компетенций, а всесторонне развитая личность и любой приобретенный опыт так или иначе сказывается на общении с учениками. К примеру, Нина Данилина решила поговорить с молодыми учителями о толерантности. В профессиональном стандарте педагога сказано, да, что есть такое действие формирования толерантности. И вот как ее так формировать? Это что же на самом деле должна быть определенная технология? И об этом мало кто говорит. Мне кажется, это очень актуально, и об этом говорить надо. Твои цифры арабские, твои буквы латинские, твоя демократия греческая. Твой сосед после всего этого лишь иностранец. Учитель года 2015 Мария Хапкина решила доказать, что скучных уроков не бывает. Любые темы можно объяснить интересно. А так как ее предмет английский, педагог взяла актуальную тему – запоминание новых фраз и выражений. На мастер-классе она показала, как применить технику так называемого интерсемиотического перевода. Слова и целые выражения можно интерпретировать с помощью знаков, жестов, музыки. Практикум показал – слова так запоминать легче, а урок проходит гораздо интереснее. Break down, get along, cheer up, cheer up. Это методы и приемы, которые помогают изучать английский не скучно и нудно, да, а в какой-то такой форме. Ну, например, мы берем любые упражнения из курса сценической речи и просто переформатируем, перекладываем их на наши учебные, читаем хип-хоп из лексики. Сегодня мы будем говорить об интерпретации, как можно слово переводить, например, в звук. Мы привыкли как? Слово «apple» — это яблоко. А можно его показать через движение, показать через постер к новому фильму, через название произведения. То есть перевод – это не просто пословная интерпретация, это интерпретация смыслов. Победитель всероссийского конкурса этого года Антон Лагутин также считает, что молодым педагогам нужно подсказать интересные приемы и методы работы и поделиться своим опытом. Сам Антон работает в школе уже 10 лет, преподает информатику и точно может сформулировать требования к современному учителю. Педагог должен быть честным, честным с детьми, честным с самим собой. А если говорить о современном образовании, то, наверное, он должен обладать некой мобильностью. То есть он должен уметь мгновенно переключаться, он должен уметь подстраиваться под аудиторию, чтобы постараться всех детей вовлечь в образовательный процесс. А как же завладеть вниманием аудитории, детской или жюри профессионального конкурса? Беседу на эту тему с молодыми специалистами провела заведующая отделом по связям с общественностью аппарата Общероссийского профсоюза образования Елена Елшина. Разговор о риторике прошел также в неформальной обстановке. Здесь нет затянутых лекций, информация подается легко, это не монолог, а интересная дискуссия. Выведите мне первый принцип успешного уже публичного выступления. Что я делала? Сделать так, как мне удобно, так, еще что. Но самое главное – показать аудитории, вот этим стенам, кто здесь хозяин.
Много интересного и полезного успели почерпнуть молодые педагоги за время работы форума. Отдельный день посвятили проведению открытых уроков и семинарских занятий. Говорили о разном, от использования театральной педагогики на уроках до вопросов аттестации педработников. Несомненно, каждый увез с собой ценную информацию и руководство к действию. И еще больше укрепился в понимании, кто же такой молодой педагог. Молодой педагог – это новатор, который приносит новые идеи. Это друг детей, наставник и, наверное, можно сказать, что эталон. Который постоянно хочет делать все ради своих учеников. Представляю, как цветок, может быть, как еще закрытый бутон, но цветок. И в зависимости от того, как вот у нас пойдет в дальнейшем будущее, таким образом мы и раскроемся. Полностью, может быть, чуть-чуть. И все-таки хочется, чтобы мы раскрылись полностью. Молодой учитель – это как птица, которая только вылупляется из гнезда, начинает свой путь, начинает свою деятельность. И которая, естественно, хочет помощи от других педагогов, которые его научат. И вот, чтобы он не разбился о камни практики, вот этим школьным прибоем, необходима помощь всего коллектива. Педагог – это, конечно же, человек, который внесет в себе, конечно же, в первую очередь знания, во вторую очередь – это человек, который несет в себе доброту к детям, да, и, конечно же, это тот человек, который несет за собой огромный груз ответственности за будущее нашей страны. Наша традиционная рубрика «Особое мнение» обращается к школьникам и дошколятам, ведь порой какие интересные ответы на самые разные вопросы дают дети. И в этот раз мы решили спросить у ребят про известный праздник декабря – День Конституции. Я, конечно, не очень учила. Конституция – это закон на жизнь. Это один из самых главных атрибутов нашей Родины, Российской Федерации. Это книга, в которой написаны все правила России. Описание того, что человек может, что не может делать в стране. Это какие-то законы, которые выполняются в стране? Конституция нужна, чтобы сохранять какой-то порядок в обществе, чтобы было удобнее жить. Это свод основных правил, нормы, свобод человека, а также обязанностей. Нарушение которых может привести к тюрьме. Конституция нам нужна, чтобы не было разрухи в стране. Чтобы все было так, как должно быть. Потому что каждый человек как-то по-своему думает, как правильно. И вот законы, как бы они уравнивают всех. Правила жизни нужны для того, чтобы как бы организовать как бы общество. Если бы не было Конституции, тогда бы был хаос. Все наши права, они как-то соответствуют нашей свободе. То есть, что мы можем делать все, что нам нужно. Чтобы трудились, вели себя прилично, слушались маму и папу. И чтобы за какие-то плохие поступки наказывали. Штрафы, да, полицейские. Наверное, чтобы мирно жить, что ли. Я, конечно, не все знаю. Точно я знаю, что образование, жить, работать, родить, допустим, вот женщина имеет право. На материнство и детство. На свободу вероисповедания. Права на неприкосновенность. Все равны перед законом и судом. Каждый имеет право на свободу слова и мысли. На труд, на отдых. Каждый обязан сохранять природу в нашей стране. Переходить через дорогу по правилам. Учиться тоже по правилам, как говорит учитель. Человеку, взрослому, чужому нужно говорить «здравствуйте». Мне кажется, что она и так полная, и в ней ничего не надо изменять и добавлять. Можно добавить кое-что. У многих людей нет жилья. Можно туда добавить, чтобы каждому человеку, у которого нет жилья, давалась квартирка, там домик какой-нибудь. Чтобы жили в семье. Чтобы мамы не уставали, и чтобы дети всегда радовались. Мне бы хотелось играть до ночи. Я, наверное, вела бы более доступное бесплатное образование, чтобы больше смогла получить хорошее образование.
То есть сейчас в основном все платное и достаточно трудно поступить в университет. Ну, я бы хотела, чтобы учебы по субботам не было. Ну, может быть, чтобы форму в некоторых школах как бы отменили. И, ну, сделали чуть попроще, и чтобы внеурочной деятельности было поменьше. Чтобы еду бесплатную давали после школы. Может быть, право на летний какой-то отдых для детей, ну, который, ну, бесплатный для всех, вне зависимости, там, многодетные, там, малоимущие, наоборот, или богатые, просто чтобы смогли отдыхать. Чтобы каждому ребенку могли родители завести какому-нибудь питомца. Потому что у некоторых же нету питомцев, родители не хотят так заводить. Чтобы у каждого был питомец. С вами была Наталья Медведева. Вы смотрели программу «Открытый урок». Вместе с нами следите за важными событиями в районном образовании. До встречи в эфире!